что-то лопнул. Лопнул там что-то. Всем привет, с вами канал Артмания. Да. Доедает Димочка свой гамбургер. Ой, прям мягенький. Вчера мы были в KFC, вы видели. А это кто? А это кто укусил? Ну, кто укусил? Не знаю, кто. Ага. А, горячая, забивай. Подложить бы ему. Почему он там горит? Горит. Вот там, да, у нас появился новый друг. Горит он из-за кухни пылесосить. А, говорит? Да. Но он придет потом сюда. А потом будет вот там, едой будет. Как мы его назовем? Вот там будет. Как назовем пылесос? Имя дадим ему? Имя дадим? Таня, заём. Таня? Да. Он же мальчик. Таня. Он же мальчик. Таня. А я предлагаю назвать его Макс. Мне кажется, ему это имя прям очень подходит. А я буду звать Мокса, буду звать пылесос. Как? Мокса, буду звать пылесос. Мопсик? Мопсик? Мокса, буду звать я пылесос. Мопсик. Мопсик. Мопс. 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 Давай, Мопсик. Мопсик будет. Я как говорит пылесос, а сетку сниму, да, пылесос и со, а и там пылесос. Под столом ешь? Тарелка ест. Ваш комментарий пришел. Мандарин пришел. А Иисуса зовут вас Мандарин.
если другое тесто, приходит без Таня, платит и все. Да. Слушай, тебе как Айба и Иисус ходили, только по Иисусу с магнитиком. Горит. Да, нам еще один магнитик дали. Да. Да. Вот такой же. Такой же дали, да. Надо нам для коллекции обменяться с кем-нибудь магнитиком. Найти, кто еще собирает. Ну. А если будет мой, а другой будет твой. А. Да, то что его надо мопс назвать. Едет он, а потом. Что обо что-нибудь? Мопс? Бумс? Да. Бумс. Мог называть, едет. И мог называть и все. Если лисо. Вкусно тебе? Если пылесосит, Таня звает. Тебе вкусно? Да. А там курочка вон еще лежит целая. А там нет курицы, а там нет там огурчика. Ты вместе ешь, все вместе вкуснее. А там нет. У тебя питание раздельное, как у мамы в детстве было. А там нет огурчика. Допивай тихо. Допивай тихо. Угу. А ты его откусывай, что ты его мучаешь там? Вкусная? Не острая? Это что, морковка? Нет, это курица. А это хлебушек такой мягенький сверху. Хлебушек, да. Мягенький. А я папа Лиля купил хлебушек такой мягкий. Да, баба Лиля. С кем ты ходил вчера в КФС, расскажи. Баба Лили с папой. И с дедой. С дедой? Да. Деда не было, мама была. Да, мама. И мама, и папа был. Угу. Мама, папа, потом я за большие бабы Лилю писала. Все? Все? Все, да. О какой. Какой вкусный хлеб. Вкусный хлеб, мам, вкусный хлеб. Это. Такой вроде большой, да? Крупный такой. Да. Крупный вроде такой мопс, да? Назовем его мопс? Сейчас там столько, вон, я испачкаю все. Плохо, нельзя трогать, она тебя записывает. Да? Димочка почти докушал. Лайки. Лайки, скажи, ставьте мне лайки. Я очень старался показать вам мукбанг. Кушать, да, на камеру. И разговариваем мы сегодня о пылесосе. О новом робо-пылесосе. Робот-пылесос, скажи, да? Да. И при вас мы его назвали. А также вы напишите в комментарии, как назвать его. Мокс. А мы вам его. Мокс. Мопс? Мопс. Да. Мопсик. Мокс. Мокс? Мокс. А может, мопс? Мокс. Мокс, давай, мокс. Как-то так.
Вот, в комментариях напишите, как нам его назвать. А мы его в следующем влоге покажем. Да? Да. Покажем его? Покажем. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Пока-пока. И лайки-лайки. Ставьте мне лайки. И пишите комментарии. Скажи комментарий. Комментарий. Угу.